21 июня 1941 года после демонстрации установки руководства страны было принято решение о начале срочного развертывания серийного производства пусковой установки, получившей название ПМ-13. Следом за ней идет ГАЗ-ММ, знаменитая полуторка, автомобиль, который в переносном смысле. Самые популярные вездеходы Великой Отечественной – отечественные армейские полноприводные автомобили ГАЗ-67. ГАЗ-67 широко использовался как штабной и разведывательный автомобиль, а также как легкий артиллерийский тягач. Замыкает эту группу хорошо известный в нашей стране «Велес» – аналогичный вездеход американских союзников. Знаменитые «Эмки» – самый массовый легковой автомобиль предвоенных и военных лет. Колонии идут ГАЗ-М1, выпускавшиеся с 1936 года и по 1948 год, но уже в модификации ГАЗ-М11. В центре колонны исторические автомобили ГАЗ-М20. «Победа» — первый послевоенный автомобиль, названный в честь Великой Победы, стал настоящей победой отечественной промышленности. Но для рядового